Ну вот и полечись. Денег нету. Я думаю, у бабки одна. Думаю, деньги есть. Тоже нету ни хрена. Тоже ни хрена денег нет. Денег ни хрена нет. Дай молока. А чё в Иркутске? Сейчас опять не растаешь, холодильник. Да не растаешь. В Иркутске денег. Это. Сейчас работы тоже не будет. Это раньше было, как ты что, коммунист шевелился кого-то. Там работа была. А сейчас тоже зачахнет все. Поставили МЧСника. Весь народ над ним хохочет. Кто он такой, бля? Не. Новичок добыл медведицу. Подставили мужика. Добыл, блин. Вообще надо добывать, чтобы, блин, людей не давили. Скоро люди-то боятся будут даже за грибами-то ходить. Начнут давить они, вон, обнаглели. От кого-то позаразились эти медведи. И ничего не дают, что медведь символ России, что ли. И медведи наглости научились, что ли. Такие же наглые стали, как танки. Не, какой дурак. Из века в век, блин, добывали медведя на берлогах. И ничего. А нет, ты смотри-ка, закон вывели, блин. Медведь это хищник, блин, такой хищник, что, блин, страшнейшего волка. Он и это телят давит, и взрослых давит, блин. Он чё, а то миф создали, вот он это, такой, блин, гурман, что одной ягодкой питаться. А ягодкой-то набери-ка, это, вес-то. Вес набирает, а белка сколько ему надо. Вот он и передавливает все. Он все ест, блин. Вплоть до мышей. Я тогда сидел, что болеет, блин. Он шел-то. Смотрю, идет, как прыгнет. Он даже мышей это ловит, блин. Он что, по попадя есть, он как машина по производству жира, блин. Летом становится. Что попало, тоже жрет, блин. Личинок ест, блин, муравши. Все ест. Короче, что попало, то жрет, блин. Миф вот нас создавали. Ой, какой лохматенький, пушистенький. Ой, как его жалко, блин. Ой, ты не валяшка. Уволень, блин. Он самый быстрый, блин. Хищник. Он страшнее намного, говорю, волкам, блин. Потому что это сколько ему корму надо? Это столько. Вот столько сала набрать надо, вот. О! Это сколько он подсожрет, блин. А ягоды нет, он всех животин съедает. И гнезда, и, блин. Все. И яйца съест. Ему пофиг. Сижены. Насижены, не насижены. Все, фигать. И вот из-за такого хищника, блин, сместили человека. А как горело, так и горит. А как лес там пилили, так и пилит.
Чихое. А я езду в гости. Сколько кедрачата спиливаем? А сколько там варятся по дорогам? Это такой дубняк. Вот там, а вот так. В обхват, не знаю, не обхватили. Такие лисины валяются, блин, бревна. Вот тут они ничего. А это, как его же дубняком зовут, кедр. Крупный. Вот сколько он живности прокормит один вот этот дуб, кедр мощный, старый. А тут они не считают. А я видел, ловят мужиков-то, кто орех добывает. Вы что, оголодились, блин? Животин, как это, животин? И народ пишет, вы что же? Животин-то, это, воруете, блин. Да им там всем хватит, блин. Они потом просто гниют эти шишки, блин. А пилят ничего. Да вот это, я говорю, вот хвати этот дуб, спили сколько он, и соболя прокормит, и, блин, и медведь, и кабан, и что только. Все питаются птицами. А вот если ты добыл, добывать-то они с мелких кедров-то. А не с дубняка. С дубняка на дуб-то залезь, оттуда рухнешь, и все, и все, отжил с щитами. Потом, вот это повреждают. Кедры. А медведи сколько повреждают? Забирается верхушки и все ломает. Какой подручный он, тот и залезет медведь и отломат. Эту верхушку отсадит, если ему захочется. И шишек пожрать, он все равно залезет. А какой ленивый, они же все медведи, как люди. Какой ленивый, на кедру неохота лезть, он выкопал. Брундука выкопал. Тот натаскивает, вот, бедный, трудится. Он выкопал туда за ведро, орех чистого натаскивает. Бурундук. Вот там-то они действительно жиреют. На ели. А у нас на кедре-то кабаны жиреют и медведи. А у нас-то что? Ягоды нету, и все, и он последнюю живность передавлю. Зверей-то не стало. Раньше народ не боялся, стрелял этих медведей. И они боялись. Да он человека-то увидит, его по нос прохватывал. Медведя. Вроде хоть бы за столом-то не говорит. И иногда ругаться нахер, да ничего.
А сейчас они все наглее, наглее, наглее ведут. А потом... Он перейдет на питание людьми. Так в каменном веке. Крупного зверя не станет, все он будет людей давить. Так давит их. Здоровый, хочешь давить? Пока он не сильно жирный, он это, наворачивает. Это думает, что она быстрая коза, блин. А он такой упорный. Ему почерк это все, вот, ярник, не ярник, он прет как танк. Я раньше. Работал на отгон-то и ездил. Утром пошел. Так молодой, надо быстрее ее ободрать, да, здесь. Смотрю. Свежие еще листья закопаны, блин. Вон козу поймал, голову оторвал ей. Голова отдельно, маленькая кучка закопана. И туша отдельно закопана. Я раскопал, она свежая, вот. Да даже листья еще не высохли. Вон закопал и ушел. Этот утащил. Этот, там, в лесях. Упер ее. Оторвал ей голову и закопал отдельно даже голову. На козу, говорит, не поймат. Вот он и ловит на поди. Он же хитрый, подкрадывается. Бросок, а там бедно. И гонят ее. Она на первых махах убегает на скорости, а потом у нее расползается копыта вот так вот, растопыршит, вот как волки гоняют. Смотришь, все, уже ноги сгибаются, все. Этот упорно начинает ее пережить. Она еще больше теряться и бедно не бежит на. И все, он ее ловит. Медаль. Я не знаю, кто ее такой миф создал на медведя, что он, блин, травку ест. Конечно, он траву. Он всеядный. Жрет и жрет бесперерывно. Это он с весны травку ест. А потом он начинает мясом питаться. А я вот кабачками питаюсь. Не одними же. Так а я тоже всеядный, как медведь. Все едят кабачки, у кого растут. Вот хорошо, хоть корм лишний есть. Я говорю, хорошо, что картошка да кабачки.
Кабачки, кабачки. Вот, недаром говорят. Предки по моей бабке. 100 человек произошел от медведя. Мы тоже все едим. Почему так? Десно надавил, блин. Видать, да чё холодно сидишь-то, блин. Ночью-то придремал, видно, так челюсти сжал от холода, что надавил бы. Недаром я их полею целыми ведрами. Сам молотнул. Ладно, да черявать-то. Вот я ночь не спал. Спал, еще спать охота, потому что я как приехал днем-то даже не демону. Вот и вылечись у нас. Так что даже некого, а нам-то вообще даже, да кого, у всех пенсионеров нету денег, чтобы лечиться. Ну это что, бесплатно медицина? Какой черт бесплатно, блин? А, еще забыл упомянуть. А нет, даже, блин. Послаб же медведя-то. Пойматый тоже задавит. И тоже закопать, съест. Вот сколько. Надо еще поискать огурцов. Небольшие они. Они под корнишоны, потому что много-много-много мелких вот таких. Их собирают, засаливают корнишоны. А это с теплицы она притащила. О, красный. Варенье с красной смородиной. А что не, да, не плеснула мне тут в чашечку? Сладко тоже вредно есть. То потому что это будет. На удобрение все. Иногда собакам даем они, иногда съедают. А съедать не будут потом. Все на кучу, все в компостную яму гоним. Где же мы? Смородина красная, она вся богата. Витамином С. Да я все витаминами. Мы ее не варим, ничего.
Просто перемолотим и готово. Ларь подключать надо, все. Начинать заготовки делать. Скоро грибы пойдут. Глаза потом. Как ночь не поспишь, так тяжко. Но говорил же, не сыпь много сахара. Зачем, блин? Кисло. Она и кислит из-за то, что потом ее много не съешь. Никакого чуру у моей нет. Она же не ест все равно. Сейчас надо сказать, чтоб не сыпала столько сахара. Диабет зарабатывает, что ли? Вот так. Ну ладно, всего доброго всем. Добра. Всем не болеть. А что это она мне бутылку не поставила с водой? Я же говорю, подключена с ключа. Я всегда таскаю воду в лесную.